Приветствуйте, уважаемый подписчик или просто зритель моего канала. Как, не оплачивая VIP-тариф на сервисе Top Leader сайта $10 в месяц, находясь на бесплатном абсолютно тарифе, получать от 10 и более живых друзей себе на страничку ВКонтакте через сервис Top Leaders и не выполнять руками вот ротацию. За вас ротацию будет выполнять программа, о которой я сегодня и расскажу. Программа проверена, тестирована. Тестировали ее несколько дней, находили все возможные варианты, с которыми она может столкнуться при обработке ротации. Автор и разработчик программы Влад Петров. Контакты Влада найдете в описании этого видео. Для того, чтобы начать пользоваться программой, ее требуется установить на компьютер. Процесс установки очень простой, но я записал пошаговую видеоинструкцию, как устанавливается, как производится первый запуск программы. Сейчас я запущу уже установленную и настроенную программу и покажу, как она работает. Нажимаю на кнопочку ОК, включаю режим браузера, чтобы видеть, что делает программа. Программа имитирует действия живого человека. Мышка слева – это мышка, которая двигает сама программа. Сейчас она перейдет в личный кабинет Top Leaders. В аккаунте она уже зарегистрировалась. Делаются специально паузы, достаточно большие. Паузы мы ввели только для того, чтобы не обрабатывать капчу, не платить сервису антикапча и, конечно, для того, чтобы не привлекать внимание к вашему молодому аккаунту, а именно с помощью этой программы можно развивать молодые аккаунты, набирать друзей. Вот она вошла в личный кабинет сервиса Top Leaders, опять же, имитирует скроллинг по страничке, то есть имитирует действия живого человека. Программа работает с понятием профиль, всю историю, все куки, все сохраняется. Это дополнительная имитация работы живого человека. Ну и паузы мы сделали, как я уже говорил, достаточно большие. Вот сейчас нажмет на кнопочку «Добавить первого человека», перейдет на его страничку. Этот человек уже у меня добавлен, друзья, видите, ему уже была отправлена заявка. Но программа спокойно это отработает. На первом этапе тестирования, когда мы сталкивались с такими страничками, были ошибки. Но чем дольше вы пользуетесь сервисом, тем больше подобных людей появляется. Вот она вернулась снова. Но обратите внимание, сервис засчитал этого человека. Мы ему отправили заявку, но просто раньше. Программа опять выдерживает паузу. Программа зашла на страничку контакта. Добавила его в друзья. Сымитировала скроллинг. Выдерживает паузу 2 минуты на страничке. Во время паузы программа постоянно скроллит, то есть перемещается по страничке. Выдержала паузу, вернулась снова на страничку сервиса Top Leaders. Опять же, здесь мы сделали паузу и на подгрузку, на обработку Top Leaders данных. Сейчас программа нажмет на кнопочку «Продолжить» и перейдет к добавлению очередного человека. Программа последовательно обрабатывает 20 человек с паузами большими, не привлекая внимания к вашему профилю со стороны роботов контактов. По окончании выдается сообщение, что программа завершена успешно, ваш аккаунт попадает в ротацию, и теперь уже на ваш аккаунт начинают добавляться люди. То есть программа экономит вам минимум $10 в месяц, позволяет развивать ваши аккаунты молодые ВКонтакте. И в минимальном своем функционале программа делает только ротацию. Сейчас добавляются функции подтверждения заявок, друзья, отправки людям, которые подали заявку к вам, друзья, сразу же первого приветственного сообщения. Программа будет очищать непринятые заявки в друзья,
будет работать в несколько потоков, чтобы одновременно работать с нескольких аккаунтов, поддерживать, естественно, прокси, и, возможно, будет выполнять дополнительные функции, ну, например, просматривать видео с вашего YouTube-канала, если хотите. Программу можно получить абсолютно бесплатно в нашем тренинг-центре, ну и получить много полезной информации о работе в социальных сетях, о привлечении клиентов. Мы приглашаем всех, вне зависимости от вашего уровня подготовленности. Я считал, считаю и, скорее всего, буду продолжать считать, что обучение должно быть бесплатным, бескорыстным. Платить можно только за повышение какой-то своей квалификации, выход на новый какой-то качественный уровень. Но базовые знания, которые нужны для того, чтобы люди смогли начать зарабатывать, их, с моей точки зрения, всегда надо давать абсолютно бескорыстно. Все, что отдал, все твое. Ссылочку на регистрацию в нашем тренинг-центре VivaStars вы также найдете в описании этого видео. Благодарю вас. С вами был Игорь Черноусов.